Такая красота. Сады такие сельские. Я иду в сельский магазин на разведку. О, а тут и кошечка, которая ко мне приходила. Или не она? Не, не она. Не она. Ветер, конечно, сумасшедший. Тоже кошечка тут. Ветки поломала. Я на окраине села. Упс. Упс, упс, упс. Так. Тут этим, как они называются, сельские сады. Сельские сады. Я по лугам, по полям иду пешком, в магазин иду. Погодка замечательная. Сейчас выйду на дорогу. На сельскую дорогу. Выйду на улицу, гляну на село. Смотрите, какая красотень. Какая красота. Воздух. Такой воздух замечательный. Ветер, только ветер. Вот это немного портит картину. Там село. Тут поля. Ну, конечно, мыши с полей в село и лезут. Но ничего. Прорвемся. Не впервые. У меня хлеб кончился. Муки нет. Дрожжи есть, муки нет. Сейчас пойду, если хлеба свежего не будет, куплю муку. Если хлеб будет свежий, куплю хлеб. Уже в Миргороде куплю муку. Потому что без хлеба... Без хлеба, как без рук. Небо как без рук. Чудесная погодка, настроение хорошее, а я топлю. В общем, что купила в селе? Купила маковую булочку такую, свеженькая маковую булочку, 35 гривен, это примерно 80 центов. И буханку хлеба 50 центов. Булочку хлеба. Это и сигареты взяла. Сигареты тоже. Сигареты на 8 гривен, на 10 центов дороже, чем в Миргороде. Я уже дома. Я уже домой пришла. Сейчас посмотрю. Вода еще во льду. Водичка еще со льдом. Сейчас пойду чай пить. Буду пить чай с маковой булкой. Опять пришла кошечка. Я ее покормила. Я не знаю, всех дворовых котов я не могу завести. Сейчас я ей еще хлеба, наверное, вынесу. Потому что она такая голодная, и я не знаю. Я не знаю, почему она именно ко мне идет. Давай, иди сюда. А ну, покажи. Не иди, не иди. Она в дом лезет. Она не так кушать хочет, как хочет в дом. Ты плохастая кошечка, да? Плохастик. Я знаю, что у меня хороший дом. Я знаю. Все коты в мой дом идут. Все коты местного округа. Чувствуешь, наверное, что хороший человек в доме живет? Вот чувствуешь. Ну не могу, ну честно. У меня есть барончик. У меня барончик есть, ты мне... Ты тоже хорошая кошечка, но ты большая уже. Ты большая, тебя... Если ты на улице жила, тебе надо на улице, наверное. Сейчас солнышко, погодка замечательная. Можешь по солнышку погулять, погреться. Посмотрите, она в дом хочет. Я в дом захожу, она в двери стучит. Этими лапами берет, скребет в двери. Пустите ее в дом. Я тут, кися. Пошли погуляем. Пошли. Я бы хотела в магазин, ее не было. Опять пришла. Опять пришла. Иди сюда. Иди, кошечка, иди сюда. Сейчас я орешки соберу и тебе, конечно же, еще что-нибудь вынесу. Покушать. Да, кошку вот это один раз покорми, она не уйдет. Она не уйдет. Так, сейчас пошли эти орешки соберу.
У меня столько орехов нападало. Сейчас буду их собирать. А ну, что она там делает? А ну-ка. Иди сюда. Иди сюда. Иди, мышек полови по селу. Всем так интересно, что в этом домике. Что в этом домике. Я туда, честно, не заходила. Сейчас посмотрим. Сейчас с вами посмотрим, что же в этом домике. Это сарай. Мне сразу сказали, это сарай. Сейчас посмотрим. Вот, что в этом домике. Это такой сарай. Кастрюля какая. По поводу этих куч вы мне пишите. Виноградик. Так что сами увидели, что в этом домике находится. Показала вам дом. Это сарайчик такой. Я не знаю, он не жилой дом. Там ни газа, ни света, ничего нет. А ну-ка, посмотрите, как меня коты атаковали. Уже и другой кот пришел. Уже другой кот пришел сюда. Это ужас. У меня, наверное, тут будет кошачий дом. Короче, орехи собрала. Орехов насобирала. Вот такой пакет. На пятерочку. Такой пакет. Орех. Ну, тут, наверное, килограмма 3 будет. Килограмма 3. Хорошие орехи. Орехи хорошие. Все собрала, что нашла. Вот это порченые. Такие хорошие. Можно с них сациви приготовить на новогодний стол. Сациви с орех. Орех отличный. Его надо просушить, разумеется. Надо положить, чтобы он просох, на что-то расстелить. Погодка хорошая. Я тоже хорошая. Сейчас выпила кофеек с булочкой. Кофеечек с булочкой попила. О, уже вон там. Сейчас покажу вам. Уже вон там умастили. Вон они. А ну, давайте пойдемте посмотрим, что они там хотят. Котики. Котики, муркотики. Чего вы ко мне пришли? Вот уже орешки. Я орехи собираю. А, убежал. А что у нас в этом домике? Я там-то, честно, я туда и не заходила. Стул стоит. А ну-ка, пустой домик. О, пишет, 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 пишет. Смотрите, вот шустренькая. Вот шустренькая. Кошечка, это я дом купила, это не ты. Побежала. Виноград надо обрезать. Мне уже написали, как его обрезать. Спасибо за рекомендации. Дом пустой тут. Один стул стоит. Старенький. Все, орехи собрала. Наверное, еще есть. Наверное, еще есть. Надо листья. Сегодня будет время. Обязательно листву согребу. Надо двор убирать, конечно же. Я не знаю, вот это все можно спалить или не спалить. Шкаф соберут, а остальное все. Ветки надо полить. Главное, село не спалить. Главное, тут село не спалить. Чернозем. Чернозем. По поводу, хочу вам сказать, по поводу того, что вы пишете. Ни о чем видео. У меня канал влоговый. Я это говорила в старых видео, еще раз повторюсь, потому что то, что вы пишете, то я и отвечаю. Канал жизненный. Вот кошка пришла, я вам показала. У меня канал про жизнь. То, что происходит, то я вам и показываю. Бывают события, они меняются. Я вам показываю, можно сказать, одно и то же. Но это дорогого стоит, то, что я вам транслирую свою жизнь. Купила дом, с вами поделилась. Всем абсолютно с вами делюсь.
Что вам еще надо? Я не знаю. Такие, знаете, наша Галя балована. Наша Галя балована. Зритель нынче пошел очень балованный. Раньше блогеры снимали, то, что сняли, за то и спасибо. Лайк поставили, посмотрели, за то и спасибо. А сейчас наша Галя балована. Да, кошечка? Наша Галя балована стала. Ой, кошечка, знаешь, как трудно блогерам быть. Всем не угодишь. Как вам хорошо, котам? Честно, вот так блогерам быть всем не угодишь. Столько людей злых на нашей планете Земля. Это, конечно, плохо. Когти хочешь поточить, ты мне листьюан подерешь, если я тебя пущу в дом. Так, водичка там размерзлась, не размерзлась. Уже почти. Уже почти. Что ты хочешь? Сейчас ты меня в дом, наверное, не пустишь. Мне надо орехи. Я не знаю, я их дома буду сушить. Надо сейчас воды наносить, дров занести. Буду сегодня буржуйку топить. Вчера весь день, всю ночь газ горел, в доме жарко. Сегодня буду буржуйку топить. Я вас на пятерочку снимала. Я вас на двоечку снимала.